есть навык, в принципе, уже есть. Какие-то, может... Сегодня у нас проходит очередной тренинг, который нам предоставил учреждение НИКИ детства по отоскопии. Это очень важный тренинг для наших врачей, участковых врачей, педиатров, потому что он дает уникальную возможность повторять навыки отоскопии, использовать их в своей работе. И все поликлиники города Красногорска оснащены отоскопами. В кабинете неотложной помощи установлен реформер, куда могут обратиться родители, если у ребенка заболело ухо, и врач-педиатр проведет данную процедуру и при необходимости направит к узкому специалисту. Отоскопия – это исследование, которое производится, осмотр уха, по данным которого выявляются заболевания отиты, наружные, средние. Вот. Как часто обращаются? В принципе, ну, довольно-таки часто. То есть, если неправильно лечить насморк, то пойдет осложнение в виде отита. В нашей поликлинике это впервые такой тренинг, вот, поэтому, но все врачи, в принципе, владеют навыками отоскопии. Просто данный вид тренинга позволяет вспомнить, да, врачу, то есть не надо никуда ехать, специально обучаться. То есть есть уникальная возможность прямо на месте получить данный вид обучения. Вот. И мы очень благодарны команде НИКИ детства, которая нас поддерживает. И в этом году мы уже прошли несколько психологических тренингов. Сердечно-легочной реанимации тренинг был. И вот сегодня у нас отоскопия.